Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 30 ноября, пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из второго послания апостола Павла к Тимофею. Глава 1, стихи с 1 по 2 и стихи с 8 по 18. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде веков, вековых времен. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день, а сколько он служил мне в Эфесе, ты лучше знаешь». Итак, дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами приступаем к чтению второго послания апостола Павла к Тимофею. И в этом послании апостол Павел опять призывает, обращаясь к возлюбленному сыну Тимофею, и здесь нужно говорить, что сын, он является ему духовным сыном, то есть духовное чадо, так же, как и апостол Павел называл себя духовным отцом многих других общин, которые действительно он родил своей проповедью. «Павел, волею Божию, апостола Иисуса Христа по обетованию жизни во Христе Иисусе». Это послание написано из уз. Он находился в заточении, когда его писал, и слова начала этого послания, первый стих, говорит о той внутренней уверенности, которая обреталась в апостоле Павле, что Господь не оставляет его. Хотя, казалось бы, сколько раз он бывал в плену, сколько раз он был в заточении, и для человека, который не обладает верой, для человека, который не обладает какой-то внутренней, серьезной, мощной мотивацией, непонятно будет оптимизм апостола Павла. И мы знаем, у него много было заточений, и он написал много посланий из уз, которые дошли до нас и которые, быть может, до нас не дошли. Мы, к сожалению, не до конца знаем жизнь апостола Павла, и многие интересующие нас подробности ускользают сквозь толщу времен. Но так или иначе, даже тех знаний, которые мы имеем об апостоле из церковного предания, из священного писания, мы достаточно для нас, чтобы мы как минимум восхищались и апостолом, как человеком, который в самых невероятных ситуациях, в которых любой другой человек бы смутился, он сохранял силу Духа. И в этом, конечно же, виден промысел Божий, который вел апостола Павла. Он был всегда уверен, что даже несмотря, что он в узах, его проповедь достигнет цели.
Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Апостол Павел говорит здесь о стыдливости. И здесь, конечно же, нужно сказать, что апостол призывает Тимофея не стыдиться, то есть смело проповедовать Слово Божие, смело проповедовать веру в воскресение и в тот нравственный уклад, который предлагал Господь Иисус Христос верным своим последователям, христианам. И он призывает не стыдиться повелений и учения Господа Иисуса Христа, веры в Него, и также не стыдиться апостола Павла, знакомства с Ним. Сегодня не каждый из нас захочет иметь среди своих знакомых человека, который находится в заключении. И по-человечески это можно понять, но апостол Павел призывает не стыдиться его как заключенного, потому что его цель – это не воровство, не грабеж, не убийство, но проповедь, за которую он и всегда, во всех случаях своего заключения, из-за проповеди, прямо или косвенно, но так или иначе, из-за проповеди он попадал в заключение. И он призывает Тимофея страдать с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Апостол Павел говорит страдать в силе за Христа. И действительно, глядя на апостола Павла, мы видим, что он страдает, но страдает в силе. Сила – это благодать, которая дается нам для преодоления жизненных препятствий, жизненных трудностей. И к такому же подвигу призывает апостол и Тимофея, говоря о том, что эта сила, эта благодать дается нам не по нашим заслугам, как сказано в 9 стихе, не по делам нашим, но по своей воле. Это воля Божия дать нам эту силу, данной нам во Христе Иисусе. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. В нас живет Дух Святой». Апостол Павел уверен, и эта уверенность в промысле Божьем, в той вере, которую он познал, дает ему силы, несмотря на все препятствия и преграды, которые вставали на его пути, быть истинным проповедником Слова Божия. В нашей жизни мы встречаемся также со скорбями и трудностями, но немногие из нас встречались с такими трудностями, с которыми встречался апостол Павел. Сколько раз он был в тюрьме, сколько раз он был побиваем камнями, избиваем и подвергался различным искушениям. Сколько он прошел пешком, сколько пар сандалий он стер в этих путешествиях. Все это говорит о силе благодати Святого Духа, которая пребывала на нем. Мы тоже являемся наследниками этой церкви, являемся ее реальными членами, являемся реальными последователями за Иисусом Христом. Мы тоже обладаем этой возможностью. Давайте же не будем отвергать ее, давайте же будем стремиться познать волю Божию и заиметь такую же уверенность и верность Богу, какая была у апостола Павла, и которой он научал Тимофея, а Тимофей – церковь, и что мы имеем по сегодняшний день, церковную традицию, данную нам через апостолов самим Иисусом Христом. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле.